29 января Крутогорская лыжная трасса вновь собрала вместе собаководов со всего сибирского региона. В рамках традиционного открытого чемпионата и первенства Омской области по зимним видам дисциплин ездового спорта «Гиперборея-2017». Более 60 спортсменов со своими питомцами из Омска, Барнаула, Сургута, Кемерово, Новосибирска, Братска, Иркутска и Тюмени, не побоявшись морозов и крутых виражей самой непростой трассы нашего региона, вышли на старты в дисциплинах скиджоринг и гонка упряжек из 2, 4 и 6 собак. Сегодня мы проводим чемпионат Омской области по снежным дисциплинам и этап Кубка России и этап Кубка Сибири. К нам приехали из 9 регионов, самый дальний регион это у нас Иркутская область. Наши соревнования всегда собирают много людей, потому что как бы, мы делаем не только как бы, спортивные мероприятия, но а также устраиваем досуговую программу для наших зрителей. В рамках соревнований в деле можно было увидеть совершенно разные породы – сибирских хаски, якутских лаек, аляскинских маламутов и гренландских ездовых собак. Четвероногие спортсмены и их погонщики изо всех сил спешили к финишу на различных дистанциях, а подбадривали их на этот раз задорные таблички с надписями «Хоп-хоп», «Хей-хей», «Осталось совсем немного» и, конечно же, аплодисменты и поддержка зрителей. Эти соревнования прошли для меня сложно. Я бежала 5 километров. Горки сложновато мне обходились, собакам также сложновато. В гору почти все бежали, и собаки, и я. Мне очень понравился митинг, столько народу, с разных приехали городов. Это очень подбадривает, так как то, что ты не один, не только там где-то около тебя, а приезжали с разных городов. Это очень радовало, то, что на наши соревнования очень много народу едет. Всем нравится, все оставляют положительные отзывы о нашей крутой горке, о подъемах, о спусках. Это очень всем нравится. Трасса сложная, ездили летом, зимой первый раз. Классно, да, ради этого и живем. Помимо напряженных заездов настоящей элиты ездового спорта Сибири, гости праздника, особенно самые маленькие, с огромным удовольствием гладили собак, фотографировались с ними, приобретали красочные сувениры в память об этом празднике. А не замерзнуть всем присутствующим помогал горячий чай, вкуснейший алтайский мед, живое общение и масса других развлечений. Мне больше всего понравилось, как Аська стартанула одна. Я болею со всех. Мне все нравится. Мы вообще впервые на таком мероприятии. Такое количество животных и такая атмосфера приятная. И спорт в то же время. И вообще мы в восторге, мы всей семьей.